Я читаю из книги Ветхого Завета, Исход, главу 37. «И сделал Веселиил ковчег из дерева ситим, длина его 2 локтя с половиной, ширина его 1.5 локтя и высота его 1.5 локтя, и обложил его чистым золотом внутри и снаружи, и сделал вокруг его золотой венец, и вылил для него 4 кольца золотых на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его и 2 кольца на другой стороне его, и сделал 6 из дерева ситим и обложил их золотом, и вложил 6 в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег, и сделал крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиной и ширина 1.5 локтя. Сделал 2 херувимов из золота, чеканной работы сделал их на обоих концах крышки, 1 херувима с 1 конца, а 2 херувима с 2 конца, выдавшимися из крышки сделал херувимов с обоих концов ее. И были херувимы с распростертыми вверх крыльями, и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу, к крышке были лица херувимов. И сделал стол из дерева ситим длиною 2 локтя, шириною 1 локоть и вышиною 1.5 локтя, и обложил его золотом чистым, и сделал вокруг него золотой венец, и сделал вокруг него стенки в ладонь, и сделал золотой венец у стенок его, и вылил для них 4 кольца золотых, и утвердил кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках были кольца, чтобы влагать 6 для ношения стола. И сделал 6 из дерева ситим, и обложил их золотом для ношения стола. Потом сделал сосуды, принадлежащие к столу, блюда, кадильницы, кружки и чаши, чтобы возливать ими из чистого золота. И сделал светильник из золота чистого, чеканный сделал светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его выходили из него. 6 ветвей выходило из боков его. 3 ветви светильника из 1 бока его, и 3 ветви светильника из 2 бока его. 3 чашечки были наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на 1 ветви, и 3 чашечки наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на 2 ветви, так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника было 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из него, яблоко под 1-ми 2 ветвями, и яблоко под 2-ми 2 ветвями, и яблоко под 3-ми 2 ветвями. Яблоки и ветви их выходили из него. Весь он был чеканный, цельный, из чистого золота. И сделал к нему 7 лампад, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта золота чистого сделал его со всеми принадлежностями его. И сделал жертвенник курения из дерева ситим, длина его 1 локоть и ширина его 1 локоть, 4-угольный, вышина его 2 локтя, из него выходили роги его. И обложил его чистым золотом, верх его и стороны его кругом, и роги его, и сделал к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на 2 углах его сделал 2 кольца золотых, с 2 сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них 6 для ношения его. 6 сделал из дерева ситим и обложил их золотом. И сделал миро для священного помазания, и курение благовонное, чистое, искусством составляющего масти.